Шар-центрифуга. Давайте сделаем шар-центрифугу. Для этого нам необходимо проводное кольцо, две пластмассовые шарики, ножницы, клей, спицы и другие необходимые вещи. Возьмем две пластмассовые шарики и сделаем маленькие отверстия с обеих сторон. Теперь возьмем спицу и проталкиваем маленькую часть резины. Теперь возьмем проводное кольцо и приталкиваем туда наших резин шариков. Теперь возьмем нашу спицу с резиной и прикрепляем к концу проводного кольца. Теперь приклеиваем. Теперь диаметрально расположенную спицу с помощью нитки привязываем. Вот и готово. Теперь с помощью клея тоже приклеиваем нитку. Теперь помещаем на поверхностный стол и начинаем вращать. Как вы будете видеть, шарики будут лететь и оставаться по кольцевому диаметру.